Здравствуйте всем! Я сегодня расскажу о своих сильно разрастающих цветовых агрессорах, которых я очень-очень даже люблю. Барвинок прекрасно смотрится вдоль дорожки и на переднем плане, где цветочные, например, композиции есть. А выросший на краю подпорной стенки, он красиво не спадает снизу. Ну и у нас вот здесь, вот видите, он спадает. Ну, это здесь. Он у нас вот по бордюру. Если я покажу здесь, вот, и как видите, бордюр. И он у меня свисает полностью, вся дорожка услана зеленой этой листвой и этими цветочками. Камнеломочка. Это бадан. Цветет красиво. А пахнет он. Пахнет. Камнеломочка. Миленькие цветочки. Вот такие вот красавицы цветочки. Вот они беленькие. Вот они близкие. Такая красота. Меленькие, но они красивые. Голубенькие. Приятные такие. Красавцы. Целая поляна. Ландыши какие. Вот они целым ковром. Красивые, да? И вот пахнет. А пахнет как вкусно. Вот машинка. Ландышам даешь. Да? Вот, ближе поднести. Ой, какая красота. И машинку сними. Вероника стелющая, почва покровная. Вот такие цветочки неприхотливые, но красавицы. Они как начинают цвести вот весной, в начале мая, в конце апреля, в начале мая, и цветут долго. Вот такой, как все садоводы боятся заводить. А напрасно думаю, что могут не вывести из сада. Ничего подобного. Она и вымерзает даже. Я ее могу убрать без проблем. Здесь посадила вербенника этого. Это тоже садовый агрессор. Ну, как не сказать о такой вот красавице, которая у меня тоже стелится между бордюр. Вот оно, видите, я провожу вдоль своего заборчика. Вот она, какая у меня красавица растет. А это второй у меня вид. Цветочка тоже такая стелющая, очень покровная. Я люблю вот такими вот кучечками такими выращивать цветы. Мне они очень нравятся. Такими очень красиво. Голубенькие прям. Приятно. Красиво цветет беленький. Долго цветет. Незабудочки такие белые. Мелкие цветочки, но они очень приятные, красивые. Вот она, ясколка садовая, многолетняя, она войлочная называется. Смотрите, как она красиво цветет. Она свисает прямо вот он, на даче, прямо на линолеум. Она у меня здесь, видите, посажена. Вот он, бордюр такой. Она свисает. Вот она, такими цветочками красивыми. А лист действительно вот такой войлочный. Сизый можно даже назвать. А цветочек беленький. Такой красивый. И он вот как сорняк считает, но он мне не мешает. Очень красиво. Мне он так очень нравится. Вот такие вот цветают, красивые, садовые.
Вот тоже агрессор, очеток цветет, свисает у меня тоже бордюром. Такой, к концу лета будет полностью грядка. А это кислица, тоже агрессор, но я все равно высаживаю ее. Она очень хорошо убирается, удаляется, а среди зелени очень красиво смотрится. Он агрессивный. Вот он желтыми цветочками цветет. Но если соблюдать ограждениями, вот такими загородить, он дальше не будет ползти. И по мере необходимости просто его убирать. А так вот он очень красивый. Возле яблони прекрасно сочетается. Колокольчик отцвел. И вот он сидит себе спокойно. Вот такой вот цветок цветет. Красиво между камней. Вот так вот. Желтенькие. Мне нравятся между камней. Вовремя просто их выдирать лишнее. И они не будут зарастать. Так. И тоже агрессоры. Но они красивые. Вот сиреневенький такой цветок. Сиреневый, темно-сиреневый. А здесь вот светло-сиреневый куст. Очень красивые цветочки, нежные. Утром всегда лен встречает такой своей красотой. Вот он. Красавчик какой ленок. Не только синий лен красив, он красивый красный, такой вот красивый, и беленький. Но вот попался в смеси, наверное, белый, у меня один только. Еще мне нравятся вот такие вот, пускай цветочки, сережки. Вот они, какая красота. О, да, прям до земли. Красота. Вот они. Вот. Прям приятно, да, по руке, как змея. Вот меня здесь посажены, здесь растут. Он очень рассевается хорошо. Если его один раз посадить, то он будет везде по огороду. Ну, он хорошо рвется, корневая система не такая уже страшная. Выращивать можно без проблем. Машки полный красе встречает утро раннее. Вот это название не знает. Колокольчик какой-то вот метельчатый, наверное. Название не знаю. Вот такой лист красивый. Такой резной. Разные цвета. Вот они. Бледно-сиреневый. Это прям темно-фиолетовый. Красивый, да? Вот они с вербенником вместе. Очень красиво смотрятся. Вот они какие. Красавицы, бокалы. Вот они. И это тоже они красивые, да. И ромашечка какая красивая. Вот. Мелкая ромашечка. Они тоже идут как агрессоры, но они очень красивые. Мелкая. Кустик. Вот они. После дождя. Аквилегия. Таким красиво. Водосбор. Вот он шмелек. Работает. Вот он. Красавчики. Работают шмельки. Декоративный лучок. Дождик. Шапками прямо такими красивыми. Маки. Вот он, мак. Маки. Наперстянка. Розовенькая. Красивый такой цветок.